Привет, дорогие мои друзья, с вами Воблер и добро пожаловать на канал. Это у нас игра Ravenfield, и мы сегодня вместе с вами найдем новое секретное оружие на карте Архипелаг, а потом пойдем рассматривать пользовательские карты, которые я скачал со стимовской мастерской. Поэтому будет интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И поехали. И также хочу сказать спасибо огромное моим подписчикам, которые держат в курсе всех событий в этой игре, которые присылают в контакт различные подсказки. И наше секретное оружие находится где-то вот здесь, вот показали. То есть где-то на вершине, где зеленые холмы. Мы пойдем сейчас туда его искать. Ага. Респаемся. И надеюсь, что у нас все получится. Вперед! Вперед, наши бойцы! Сейчас они, как всегда, все лодки захватят, а мне ничего не останется. О, я за рулем. Дружище, что ты делаешь? Ты воды решил попить? Вставай. Он думает, да ну тебя. Ой, наши бойцы уже начали штурмовать. Смотрите, какой отряд. Мы морские котики. Подождите меня, я же ваш командир. Я же вам показал, куда... Ой, самолет, ребята, смотрите, самолет. Прям на меня летел. Вот гад. Еще один самолет. Это не с аэродрома. Опа. Не все выжили. Наши морские котики. Вижу вертушку, ребята. Вражескую вертушку нужно вырубить. Сейчас мы такие... Опа, высаживаемся. Берем сразу гранатомет. Где мой гранатомет? Целимся. И огонь. Пух. Пошла. Вертушку сбили. Кто по мне стреляет? Кто бьет? Это наш самолет. Отлично. Надо сначала вырубить противника. Вот летит, 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 смотри. Сейчас мы его коцнем. Давай, 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 давай. Огонь! Да вы и так знали, что я попаду, ребята. Вы же знали, Воблер попал. Он упал, ребята. Я попал, он упал. Ну, давай поищем, где находится секретное оружие. Где-то здесь в траве спрятано. В траве сидел кузнечик. Зеленый огуречек. Но оно вроде бы должно подсвечиваться чем-то. Зелененький он был. Вот оно, ребята. Вот оно, секретное оружие. Видите? Вот оно! Нету его! Его кто-то забрал! Кто забрал секретное оружие? Оно должно было быть здесь! Кто забрал? Ты забрал? Ты забрал? Или ты забрал? Пальма, ты забрала оружие? Всех волнует вопрос. Что здесь было за секретное оружие? Автомат? Пулемет? Гранатомет? Или пистолеты? Что было здесь? Не знаю, ребята, но надо найти. По-любому красные знают, кто забрал. Они знают. Вот он знает, сейчас мы его будем... Чувак, ты знаешь, кто его забрал? А ну, признавайся! Кто забрал, говори! Ребята, шучу, я его забрал. Сейчас мы сольемся, я вам его покажу. Так, пойдемте. А, мы же можем или не можем? Можем или не можем? Ничего мы не можем. Значит, надо слиться. Пам-пам-пам, найдем врага и сольемся. Вот что-что, слиться я могу просто на изи. Вот. Я спец по сливаниям в этой игре. Смотри. Чувак, ты что, специально по мне не попадаешь? Вы... Смотрите, я неуязвимый. Я хочу умереть. О, танк! Я иду, аптечку! Держи аптечку! Держи аптечку, я виляю, ты по мне не попадешь. Буф. Видели, я в принципе упал по танке, он проехал сверху. То есть я не должен был умереть. И вот, ребята, смотрите, как вы помните, у нас было один автоматический пистолет. А секретное оружие это два автоматических пистолета. Получается, что почти автомат. Ну, то есть он более-менее скорострельный, но есть маленькая... Где-то респанулся. Есть маленькое отличие. Это то, что... Ну, блин. Стреляет он просто жестко. Вы посмотрите, какой у него разброс. То есть это на каких-то городских картах, либо вблизи, либо где-то, ну, блин. Вы посмотрите, как он жарит.
Как с него целиться? Вот давай попробуем целиться. Вот как с него целиться как-то? Вот такой два пистолета. Представляешь, такой говоришь: «Эй! Ты чужой на моем районе, отвали, пожалуйста, или я тебя завалю!» Не, ну в принципе, если так целиться, то бьет довольно кучно, скажем так. Ну как кучно? То есть получается 30... Вот давайте представим, что враг где-то стоит... Аж... У нас патроны закончились! Нормальный пистолет. Патронов нету, дружище, дай патроны. Патроны есть? Патроны есть, говорю! Если найду! Если я найду патроны, давай сюда! Ладно, пойдем смотреть новые пользовательские карты, которые я закачал. Поехали. Из новых карт я вам скажу, что есть вот это Medieval Island, но дело в том, что карта неплохая, я бы вам ее показал, но человек, который создал эту карту, он дурак. Дурак в том смысле, что он поставил музыку громкую, которая не отключается на эту карту, и YouTube не позволит мне показать. Вот это тоже есть. Если у вас есть лицензия этой игры, то попробуйте поиграть в эти две карты. Они, в принципе, довольно интересные. Вот это уже старая, а этой больше недели. Ну, там музыка... никак. А сегодня у нас будет... Это подразнил, а потом сказал, сегодня будет. Вот что у нас будет. Вот эта картулечка. Сейчас мы поставим 60 ботов. Я вижу, что много танков, много какой-то техники. И будет реально интересно. Поехали. Сверху я вам скажу, карта выглядит забавно. У нас получается 3 точки, у врагов 4, одна здесь. Как мы будем атаковать... Ну, даже не знаю. Зато у меня есть пистолеты. Давайте, наверное, сюда хоть возьмем револьвер. Кондор. 357 Кондор. Я бы, конечно, Магнум взял. Поехали. Посмотрим, как у нас все тут будет происходить. Опа! Смотрите, чуваки, Канада. Какой у них зеленый камуфляж! А почему у меня руки синие? Руки синие у меня. Бейби, в атаку! Ого! Что это такое? Это мы так нападаем? Это жесткая карта, вам скажу. Это вообще капец полнейший. Смотрите, танки даже не хотят ехать, они катятся. А ну иди отсюда! Фу. Подуть на него, и он свалится. Давайте подуем вместе. Да че вы по мне бьете, боты? А, нашу точку захватили. Ну отлично. А здесь нету самолетов? Голубые победили! Очень быстро победа нам. Значит, что мы делаем? Мы сейчас... Это зашквар, карта зашквар. Садимся в танк. И тупо... А ну, пи-пип! Что с моим стволом? Я танк! О, я танк наш перевернул! Смотрите, куда я еду, это моя броня. Я ничего не вижу, ребята. Что вообще происходит? Давай поедем вперед. Ну, я что, застрял? Вот эта карта. Ну, это мы так падаем в окоп. А выехать можно отсюда? Давай, давай. А, на левую сторону. Что с моим танком происходит? Куча танков. Это нормально? Это вообще нормальная карта. Вы посмотрите. Это жестяк, а? Согласитесь. О, слоумо. Ого, танк пушку поднимает. Это он сейчас стрелять будет, вы посмотрите. Он будет с такого положения стрелять, танк. Офигеть. Это, да, он стреляет. Он просто стреляет. Смотрите, сколько дыма. Кто меня убил? Сзади подкрались. Это реально было круто. Я просто для скриншота хотел сделать, поэтому замедлил. Респаемся внизу. Не респаемся сверху. Значит, мы сверху сможем увидеть всех противников. Ну, вы знаете, карта, это довольно веселая, ну, на ней поиграть ровно одну битву. Есть такие карты, где можно зависеть на полчаса, на час, и довольно интересно здесь же. Ну, а что, пусть будет разнообразие. Давай мы сейчас возьмем гранатомет. И такие, опа. Ого, смотрите, обрисовали все в красный цвет. На, приговорил. Красные липухи. Красный дождь прошел. Мне кажется, если здесь поиграть полчаса, то вся карта будет красного и синего цвета. Вы посмотрите.
наши появились, и в танк даже не захотели садиться. Посмотрите, у нас довольно умные боты. Кто побеждает? Двоих сразу, на! Я не буду с ними церемониться, ребята. Я иду в атаку! В атаку! Можно отсюда прыгнуть вниз, как будто, смотрите. Как будто там вода. Вот смотри, я разгоняюсь. Прыжок! Прыжок! О-о-о, падаю! Покатился. Колобок. Вставай, смотри, куча солдат лежит. Чего тут расслаблял? Ай, больше куча лучше. Зашквар, реально зашквар какой-то. Давайте, у меня есть план. Давайте поставим 200 солдат на эту карту. А? Посмотрим, что будет. Ребята, поставил 150 ботов. Я, наверное, надо с вами заранее попрощаться, потому что если вылетит, уже не смогу сказать пока, да? Поехали. Посмотрим. Как это? Ого! Ой-ой-ой, лагуленьки. Лагуленьки начались. 150 ботов. Давайте в атаку! Ого! За родину! И покатился вниз. Давай, вставай! Давай! Вот они, я! Я агент 007! Джеймс Бонд! Лег Джеймс Бонд отдохнуть. Ладно, внизу. Смотрите, сколько взрывов. А потом вот так нажимаем. Вау, я даже в слоумо здесь! Ладно, хорошо, давай мы сейчас встанем. Почему? Такие, о, солдаты, подымайся, хватит спать. Рота, подъем, зеленые солдафоны. В атаку. Танк сверху падает, вы посмотрите, что это. Бдыщ, ох, что со мной? Я подпрыгнул, ребята. Кто меня вырубил? Меня, наверное, ударной волной зацепило. Наша команда победила, потому что мы молодцы. Давай. Нет, ну не вылетело, я вам скажу, уже хорошо. То есть я доволен, в принципе. 150 ботов, нормально. Давай, появимся. Опа. Давай, бежим. Пух, вы посмотрите, взрывы. Так, надо повыше, потому что сюда стреляют наши и меня отбрасывают. Идем в атаку, башня, а там летит, тут летит, вы посмотрите. Это просто безумие. Знаете, как в американских фильмах есть, так кого-то оглушили, он такой встает, ничего не понимает, что вокруг. А здесь идет война, кто-то с глушителем. Тут а башня от танка упала. Тут, смотрите, тоже спецназ, снайперки какие-то. Что происходит? Эти заняли позиции, бах. Говорит, я падаю. Пдыщ. Упал, друга прикрывает, смотрите. Я иду в атаку. Меня не остановить. Я безумен. Я флэш. Я замедлил время. Я-то время замедлил, а вот пули как летели быстро, так и летят. Ух. Мы видим, как у нас, вот у нас появился крестик. Наводимся, давай. Тух-тух-тух-тух-тух. Я хитмен, ребята. Я хитмен. Все, хитмен откинулся.